Доброе утро, друзья. Мы ночевали в домике, в кабанях, сняли на две ночи домик и не в палатке. Так что мы потому такие чистенькие, потому что искупались, все, поспали нормально. Сейчас пойду вот в этот магазин, я прочитал информацию для туристов, что там можно купить лицензию для рыбалки в Мендосе. Попробую купить эту лицензию. И поедем, посмотрим какие-нибудь дикие, в общем, какие-то места. Еще одну ночь переночуем здесь и потом свалим, наверное, вообще в другую провинцию. Ну, смотрим, вот Навтика, Каспий, Дументария, Авер. Ух, я не усил. Оля, бон дия. Se puede filmar, no? ¿O no? Ya lo está haciendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ехали на электростанцию, сейчас все посмотрим. Тут таких электростанций полно. И сейчас не знаю, когда она наполняется. Одним словом, с другой стороны, мы видели очень много, перепад воды большущий. Тут такое вот дикое, а с той стороны. Дальше пока дорога закрыта. Кампинг, смотрите, какой. Он там сверху на горе. Если кто хочет, может здесь остановиться. Туристов сюда привозят. Мы вот остановились, люди приходят, фотографируются. Сейчас мы сфоткаемся. Ника, покажись, какой ты у нас. Вау, супер. А я вот такой. Так, кстати. Ты видишь рыбу отсюда? Я вижу. Смотри, вон скидывается рыба. Видишь? Вон скидывается рыба. И вон тручи плавает. Вот смотри, стая тручи идет вдоль берега, внизу. Ну, там считаешь, где? Осел внизу, 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 прямо под берегом целое это самое. Форель, ребята, форель просто вот стадами ходит, вот. Вон, 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 на краю, посмотри, сколько форелей. В этом дике даже с той стороны, наверное, можно спускаться. Вот человек на каяке катается, на каное, не на каяке, на каное. Здесь привозят кучу туристов, сюда ходят автобусы. По дороге мы видели тоже кучу всего интересного. Вот, смотрите, какие дикие. Если где-то спуститься, то тручи тут, то есть форели, извиняюсь, тручатся по этому самому. По-нашему, по-испански. Форели просто немерено. Она тут устелена форелью. Была у меня идея, сразу признаюсь, поехать отсюда по национальной руте номер 40. Это рута, которая дорога, которая пересекает всю Аргентину, спуститься в сторону Неукена. Но 100 километров вообще без дороги. Там не камионетами, да, ну то есть этими самыми 4x4. А такой обычной машины просто убить. Не вот такой, а бездорожье, бездорожье по камням. И 100 километров, это, конечно, до черта. Смотрите, какой перепад. Это закрыта дорога, в принципе. Но вот еще можно было бы по этим спуститься вниз, но закрыто. Отбежало к воде, бедные. Там его съест кто-нибудь, какая-нибудь, блин,
рыба съест, если оно туда плюхнется в воду маленькое. Сейчас отнесем это гусака до этого самого. До хозяина спросим, может, это его гусь потерялся. Мами, тама. Жаем контрамас. Ну, говоря, кампинг классный. Мне понравился. Прямо можно около воды вообще, ну как бы это, в некоторых местах есть этот электричество. И хочу пройтись, потому что можно вообще, и говорят, что тут струча ловится именно на муху, на все, ну это называется резерва натураль, то есть, ну типа чуть ли не заповедник, соответственно, можно ловить с этим и отдавать назад. Так, оно, по-моему, или нет. Смотрю, струча. Я небольшой рыбак на муху, но сегодня надо что-то начинать. Надо пробовать. Вот в таком месте остановились. На часа 3-4 здесь постоим. Попробую покидать тенкару. Попробую первые разы, как это кидается, я вообще понятия не имею. Другую удочку, а может даже пробовать не буду, может с тенкарой похожу, лучше спиннинг покидаю, потому что пока научусь, то и время пройдет. Удочкой тенкарой, вот как она выглядит, из чего состоит, я показывал уже, оставлю линк в этом самом описании для видео, кто хочет, посмотрит туда и посмотрит на удочку. Сейчас я ее всю подсоединю и попробую покидать мухи. Потом попробуем спиннинг. У меня еще есть это такая нахлысть, но, честно говоря, я ни разу в жизни ее не кидал. Не знаю, как ей пользоваться. Надо сначала научиться, потом буду где-то в каком-то парке. Потом будем пользоваться. А пока на данный момент хочу попробовать рыбачить. Так что это, или же я сделал для ловли мухами херабуну, что она длиннее. Потому что это 3,70, херабуна подлиннее будет с плавающим шнуром. Или же просто спиннинг, ультралайт или обычный спиннинг на блесенки и все остальное. В общем, будем пробовать. Вплоть до того, что можно ловить на муху спиннингом, я тоже снасть взял, можно ее тоже будет попробовать. Какая-то шустрая, другому вообще ничего не попадает. Нравится вам сухарики? Да вы сдурели. Идите рыбу ловите. Один сухарик не больше. Один на брата. Все, по кусочку и чао. Годится, если я буду встречать речушки, которые маленькие, а речушки, которые широкие, где далеко бросить, тенкара не достает. Значит, смотрите, спиннинг, на конец спиннинга сейчас сюда наберу воды, такая вот штука, которая вынимается, набирается половина воды, вставляется, тут стопор, чтобы она не бегала далеко. Потом идет флюорокарбон, полметра, потом где-то отвод 5 сантиметров, одна муха. Еще 50 сантиметров, 50 сантиметров, другая муха. Это китайская такая пчела, а это аргентинская. Попробуем. Пошел набирать воду и закидывать. Форель у меня не клюнула, но это не обязательно, что ее тут нет. Может, она тут и есть, говорят, что наоборот ее много. Но может быть такое, мы же приехали на часики, может на днем она не клюет, может она утром клюет, еще что-то, но все равно.
Хочу показать вам еще раз это место. Если будете проезжать и захотите остановиться, можете в этом кемпинге остановиться. Сразу предупрежу, душ вам не понравится. Туалет и, ну, из пятерки на 2,5, душ, я думаю, на 1 потянет. Но я сейчас еще поснимаю. Но люди приезжают, останавливаются, купаются в речке, отдыхают, под зонтами сидят, смотрите. Вот такая у нас Мендоса. Это кемпинг. Мы сейчас поедем, посмотрим другие места. Завтра, я думаю, передвинемся вообще в другую провинцию. Наш путешествие еще продолжается, так что ставим лайки, следим за всем и наслаждаемся летом в Аргентине, ребята. Наслаждаемся летом. Сейчас январь. Январь. Это такой январь. Жарище хорошее и все такое. Мажьтесь кремом, вы погорите. Мы решили еще покататься какой-то Эниниквиль. О, смотри, мы проезжаем какую-то. Через пресса, Кась. Ну, через пресса. В общем, шлюз какой-то. А с той стороны, смотри, сухо, воды нет. Тут-то я говорю, там и речки проезжали, где был такой мерилка такая, которая была написана, ну, что типа то 1,40 м уровень воды. Мы хоба, а там вообще воды нет, мы переехали по пустоте. Так, ребята, мы приехали еще на одно дике. Я даже не могу вам правильно сказать, как оно, ну, в смысле, называется. Альтория, так. Ты запомнил, как оно называется? Я не знаю. Я не знаю. Мы хотели тут найти Максима, он сказал, что он автобусом сюда приехал с товарищем. Но факт в том, что тут нигде телефоны не работают, то есть нету связи. Мы ему не можем даже выслать, где мы остановились в этом селе. Если мы случайно встретим, то встретим, а нет, то нет. Так что вот, чтобы вы понимали, что тут еще черта работает какая-нибудь связь. Прикольно, вообще-то. Сейчас вот я вижу тут, люди ходят по такому мостику, мы тоже по нему попробуем пройтись. Смотрим, что тут местные торгуют камнями какими-то все время. Изделиями из камней и камнями. Какая-то, как то оно называется, это вижа. О, ребята с удочками лазят. Значит, может, пытались что-то поймать кого-то. Не знаю. Так что вот такие дикие, как мы их называем, водохранилища, если они держат воду, то да, они еще как бы с водой. Но после них ничего не переливается, с электростанции вода не переливается. Pescaron? Era ya vale, gusta las percas, nada más. Y ahí está bueno pescar, ahí se pesca. Y acá, acá arriba también yo he pescado varias veces, pero ahí está mejor. Porque un pescado cuando lo sacas, si vas a pescar, tú tienes que agarrarlo así, porque ahí acá en el lomo tienes, ahora sí tienes. Sí. Te hace mierda y te duele lo, uy, lo que duele esa. Y ловят перку. Знаете, что такое перка? Нигде нету, кроме вот Патагонии, вот здесь, в этих местах перки. Это окунь. Окунь. Вот, похоже на наш окунь. Сейчас посмотрим, не поймается ли у них. У кого-то, может, существует уже поймать. Оля, буэнос. Пескасте, алло? No. No? No, quería ver algún pescado que se pesca en acá. Por eso te digo. No sale nada. Bueno, gracias. Вон чувака. Лодка. Сейчас он такой, ему надо вылезти сначала на эту доску. Так, мы встретились с Максимом, с его товарищем. Наконец-то нашли друг друга. Здесь связи нет, но мы все-таки нашли друг друга. Но я хотел другое показать. Вот все друзьяки стоят, заваривают. Я другое хотел показать. Посмотрите, какой здесь видон. Именно, не знаю, думаю, что передаст камера. Сейчас я подойду ближе немножко к этому озеру.
Ай, там на мотоциклах, ребята. Движуха обычная, какая в туристических местах. Но посмотрите, видон Мендосы, гляньте. Горы без леса, то есть все равно прекрасно, все-таки горные хребты – это Анды. Но вот на горизонте, там между тучами, видите, чуть-чуть ниже туч, это вот высокие Анды со снежными вершинами. На всех них лежит снег. Вон прямо напротив за лодкой, вот так если посмотреть лодку, и за лодкой вообще высоченная, аж до туч. И тоже снегом покрытый. И вот тут то же самое, то есть... Вот это все уже Анды, за ними Чили. А это провинция Мендоса, Аргентины. Люди отдыхают на дике, кто рыбачит, то это. Кстати, здесь ловится в Патагонии. В Патагонии ловится рыба перка. То есть здесь тоже ее пытаются ловить. На живца или на блесну. Чтобы понимали, что такое перка, это типа наш окунь. Вот здесь этот окунь. Я только что встречал рыбаков, ни у кого не встретил, чтобы они его поймали, но то, что они все на него закидывают удочки, это 100%. И показали, какой там живец, сколько он стоит, этот живец. Вот. И ловят. Ну, я уже попробую в другой провинции его половить. Мы еще не заканчиваем наш отпуск, мы еще будем рыбачить. Мы сегодня переночуем здесь. Я имею в виду провинцию Мендоса, а завтра с утра мы передвинемся в другую провинцию, мы передвигаться за Пионтовщину. Передвинемся вниз. Так что вот так.